Вот такой вот улов у меня утренний. Красноперка хорошая, один карась крупный. Ну как-то так. Вот такая вот. Такая вот у нас сегодня утренняя рыбалка. Сентябрь 24. Утром уже прохладненько. На спиннинг уже успел 3 окуня словить. Решил камеру включить. Думал, что так активности не будет. Но такой небольшой вот жерех. Здесь у меня пока стоит кукуруза. Одного карася взял. Кукуруза, конечно, не важнецкая. Я ее сварил, положил в морозилку. Ну, и, собственно, она у меня стала очень мягкая. На спиннинг на заброс не годится, но на поплавок, в принципе, пойдет. Сейчас закрышу. Такие места здесь. Я тут уже был летом. Сейчас сентябрь попробуем. Окунь, смотрю, зашевелился. Завтра пойду на окуня. Потому что побросал трава. Зацепов уже немного. Самое интересное, 3 окуня взял. С самого утра. Пусть крутится здесь. Потом будем цеплять, как обычно. Я на грузик цепляю, она нормальная такая, клейкая. Окуня уже что-то остановился, ну, или я его тут уже выбил. Как говорится, хищник на одном месте стоит, бывает, что и двигается. Если кукуруза не будет клювать, червяк есть, это уже проверенный способ. Красноперочку половим. Так, ладно, продолжим я бросать на этот спиннинг. У меня такие довольно-таки хорошие. О, вот такие вот окуняры. О, прекрасные. Вообще приятно было тянуть. Красавчик. Это мы зацепили бревно какое-то. Да. Опа, подняла. Ух ты, о, хорошая,
Хорошая. Ты смотри, какая красноперая. Да ты шо? Вот это веслуха. Красноперая зачетная. А? Зачет. Красавица. Краснушечка. О. Опа, папа, 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 пошла, 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 пошла. Ах ты, смотри. Пошла, но не пошла до конца. О, папа. Она ж потянула. Отвернулся. Она меня обманула. Ну, на месте все. Хорошо. Продолжим. Ну, потянула, потянула, да. Я говорю, это ж гусь. Ну да, гусь. О, гусь плавает. Че он один здесь плавает, интересно. Ты смотри, ну что им, что, вот что ему надо было? Я не пойму. Она и затянула, ж нормально. И что ему не хватило? Смотри, какой гусь красивый. Так, здесь все на месте. Все обновим. Чуть-чуть. Сачок какой интересный. Домашний, может. Веером подцепил. Так вот. Так, ну давай. Работай. Пойло. Есть. Есть. Хорошая красноперка. Да, подбросил, неплохая красноперка. Хорошая, прям мне нравится. Такая добротная. Есть. Что ж такая мелкая? Опа. Минус два.
Ну, елки-палки, ну чего ж? Есть. Закон подлости. Пока в одной руке. Там уже... А, елки. Это всегда так. Так, карасик пока молчит, да? Ладно. О, о. Что-то здесь заговорило. Ну-ну. Давай, давай. Опа. Па-па-па-па-па. И так, 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 давай, давай, давай. Там хороший крючок. Червяк. Есть. Есть. Красноперка. Еще такая довольно-таки нормальная. Пойдет. Не крупная, как перед этим была, но такая была бы нормально была. Ну, какой лебедь красавец. Это что? Лебедь красивый. Грациозный такой. Чего один, правда, непонятно. Обычно парами. Не молодой уже. Что-то давит, давит и не может никак придавить. Вот красивый лебедь, а. Давай, 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 давай. Ну. А, вот второй лебедь вышел. А то я думаю, что-то не может быть такого. Ага, им с ними молодняк. Ну давай, дави уже. Ого. Ну да. И молодняки с ними. Ого. Давай, давай, давай. Ну. Что прыгает, прыгает. Лебеди красивые. Да. Класс, лебеди. Какой-то интересный. Гуляет. То есть тянется. Корнеплод, наверное. Да, корнеплод вырвал. Здорово уж, корнеплод вырвал.
хорошо, хоть вырвал. Загниваю сейчас. Плохо уже. Корни держатся. Взять ничего. О, выложил. Таранка. Таран. Не крупно. Так, что у нас тут вообще получается? Ну так, сколько неплохо. Нормально. Ну, это единственное, что я утром взял. Рано. Что это там захотело? Ну-ну-ну. Не хочется спешить. Там червяк такой добрячий. Гусак этот постоянно плавает здесь. Вот интересный какой. На кукурузу, вот это то, что я говорил. На кукурузу таран клюнула. На кукурузку. Кукурузка все-таки заработала чуть-чуть. Может, она тоже стала, подсохла на солнышке. Есть.
попадаю. Хорошая ботва. Неплохая. Хлопичка. Ого. Вот ты смотри. С перепугу. Рыба лохнулась. Ну там было что-то, да. Дно сошло. Смотри, как сошло дно. Опа. Есть. Хорошая эта рыба. Хорошая эта рыба. Так, такую таранку долго затянуть. Вот ты смотри, не могу дотянуться. Выложил вагоны. Хорошая. Тарань пошла. Там играет, играет. Пока руки заняты, там шмалит вовсю. Ладно. Подождет немножко. Если крупная, то она возьмет нормально. Так надо подсекать, что-то тут непонятно. Ах, хорошая. Куда ты? Куда? Давай. У хорошая плотвище. Да, хорошая плотва. На кукурузу. Вот так вот. На кукурузу. Так вот на кукурузу приличная плотва. Так, раздолбала. Так, надо что-то, наверное, может свежее одеть. Ладно, пока. Так вот поворачиваю. Раз. И нормально. Хорошая плотва на красноперка на кукурузу. Так. Что у меня там слетело что-то? Колесо одно слетело, надо поправить. Так. О, давай. Ух ты, смотри. Ух ты. Играла хорошо. Прямо хорошо играла.
Кукурузу надо нарезать. О, о, пошла, пошла. Подняла. А тут повела. По-моему. Ух ты! Ай, ёлки-моталки. Ничего. Чего? Так. Сейчас надо поправить эту штуку. Она кукурузу начала активничать. Вот так вот. Значит, будем доставать кукурузу. Давай, давай. Сюда, наверное, тоже кукурузу сейчас подцепим. Да, червяк целый, это кукуруза работает. Кукурузка работает. Раз. И два. Так вот, отлично. Ух ты, ё! Ах ты, смотри. Прозевал. Отвернулся. Отвернулся. Чё? Да. Палки эти откуда-то. О, давай, давай, давай. Давай, давай.
Так, о-о-о-о-о-о-о-о. Давай. Ё-моё. Или поспешил, наверное. Скорее всего, что поспешил. Так, тут есть, есть. Опа. Зарядили. Так. Что-то там прыгает. Там и там прыгает. Ну. Давай, тяни. Всю ты его. Что за... Все на месте. Чуть-чуть вот так вот. Кукуруза или нет, неизвестно, или червяк, да, может это и то быть. Там что-то пытается, в руках удочка, всегда закон такой. Ну, давай. Ложи. Тяни, ложи, что-нибудь делай. Ну, смотри, как давит. Или макуху долбит. Но это уже точно что-то серьезное. Таранта. На кукурузу. На кукурузку таран. На кукурузочку тараночка идет. На кукурузку. О-о-о. А ты смотри. Так, у нас на кукурузу. Значит, переключаемся на кукурузу. Так, вот раз. Проводим. В обратную сторону, и вот так вот, хоп, и накалываем.
Опа. Пробушка. Ладно, пусть червяк здесь добьет. Кобуза там есть, пусть червячок здесь добивает уже. Крутится в том месте. Ёмонталы. Она влажит. Кукуруза. 100% кукуруза. Так, опять таким же макаром. Так, хоп. Что это? Ничего не понял. Ёлки-моталки, там клюет. Там что-то давит. О! Повела. Да, повела ж. Ух ты, ёмка, бананы. Какая хорошая таркарань. Ну, кукуруза, кукуруза пошла, говорю. Кукуруза. Все, сейчас там будем цеплять кукурузу. Да елки. Вот зацепилась. Вместе с зубой оторвал. Пошла, 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 пошла. Да, кукуруза работает неплохо. Или время как раз выждали такое. Так, ну это ж меня ведет, по-моему. Не знаю. Сейчас проверим. Короче, цепляю я сюда кукурузу. Сейчас она показала, что кукуруза работает, значит, надо кукурузочку срочно цеплять. Так, вот раз. Два. Оп, все. Есть.
Кукурузик. Хорошая плотва, это хорошо. Надо, значит, ее долбить, пока крутится здесь. Короче, все, у меня тут закрыхи у меня уже нету. Картошка. Так. А ну. Давай. Идет. Поёво. Выбрасываем все. Закрыха там есть еще, так что еще половить можем. Ну, давай. А ты смотри, что-то было. Что-то у нас было. Что-то хотело. Так, на нижнем крючке червяк, на верхнем кукуруза. Работай. Ну. Там крючок побольше. Опа. Повел лошу, елки-палки. Вот ты. Ты смотри, какая хорошая плотва. Прямо прелесть. Это замечательная плотва вообще. Кукурузка все-таки работает. Прекраснейшая плотва. Хорошая плотва, да. Так, вот раз. Проводим насквозь. Поворачиваем, вот так вот насаживаем, шансов слететь меньше. Так, червяк у нас там есть, да. На кукурузу. Червяк держим на всякий случай. Чтобы был для периодичности. Потянуло, что ли? Что я не мог понять, что это такое?
Чек, сколько? Так, чего ты тут примолчал? У тебя все есть. Острие не торчит. Да, значит, кукурузку я не зря взял. Ну, то, что в холодильнике я ее переморозил. Она мягкая, ну, зато клюет. Так, и да, ну, спиннинг попробую. Может, окол появился. Ух ты, ёперный дядя. Закон, я же говорю. Ух ты, ёлки-моталки, а что это такое было? Плохо, если оно мне сейчас оборвет все. Не оборвало. Да хорошо, что не оборвало. Целое. Я говорю, спиннинг в руки взял и тут прозевал. Хочется тоже ж. Болкун сегодня у меня хорошо, тут 3 штуки я взял. На удивление. Именно утром рано. Ладно, неудобно. Абсолютно. Завтра пойдем на окуня.
Тихо. Ладно. Давай. Вот камышей тень, поплавок, ничего там не видно. Да, закрыха закончилась, а не хочет подходить под крючок без закрыхи. Я на грузик цеплял и подходила, а сейчас все, нема дурных называется. Что-то так легла, камыш там какой-то или что. Я же, блин, второй раз я цепляюсь там за траву. Крючок, наверное, все-таки оденем. Опа. Да, не хочет. Ветер боковой появился. Штиль, но ветер какой-то боковой. Боковой ветер. Ого, что вот это? Ничего не могу понять. Тянет или нет? Это леска потянула. Да ладно, пусть торчит. Там у меня макухи нету ни хрена. Течение боковое. We'll be right back.
убить его. Утки. Все, клев затих.
Дров затих, будем закругляться. Окуня. Были с утра вот такие окуня. Хорошие. Вот такая вот у нас сегодня рыбалочка. Ну, я скажу, что довольно-таки неплохо. Нормально. Вот такой вот улов у меня утренний. Красноперка хорошая, один карась крупный. Ну как-то так. Вот такая вот.